у него почти 100 пчелосеней, и некоторые даже и ненависть. Доброе утро, Аврора! Пока Аврора и ее семья трудятся, посчитаем, сколько меда можно собрать. Тяжело? Ой, какая тяжелая! А сколько же она весит? Средний медосбор 50 килограммов. Фиби! Так называемый магазин, куда пчелы складывают... Не зажимай маленькую! Да, каждый сорт меда имеет свою цену. Липовые цветочки до 500 рублей за килограмм. С маточным молочком или тот, что собран в высокогорье, до 1000. А впрочем, дешевый мед зачастую выдают за элитный. Добавляют мед вещества, которые создают запах от душка этой синтетической амортизации. Фиби, Фиби! Фрея! Граммовую баночку цветочного за 130.